Я, короче, микрофон не работает, ладно? Я звук чуть-чуть. Где дом-то? А, вон. Вы думаете, что я делал? А вот, у меня не записался микрофон. Кстати, я вам повторяю, у меня не записалось ничего. Знаете, почему у меня алмазка? Я сделал аксессуар своего дома. Я сейчас собираюсь идти в этот, в ад. Как я пойду? А правильно, вон, я сделал портал за это все время и чаровальню. Ладно, я пошел в ад. Так, надо запустить блоки взять немножко. Землю возьму, землю. Так, я полетел. Все. Да я прилетаю. Ой. Почему? Так. Нифига нам повезло-то как! Как так быстро-то нам повезло так? Спасибо, Майнкрафт! Так, надо сейчас портал закрыть, мало чего, чтобы зарубим еще прослем его. Капец, какой я везунчик-то! И ведьму повезло, хотя с деревни не повезло. Да посрать на эту деревню! Новое задание. Сделать глаз Эндер. Да, уж кажется, за мной правда кто-то следит, что он узнал, что я уже нашел эту. Не, если меня, конечно... А, я понял. Блин, а нахрен я сюда пришел-то? Я же мог на каких-то новых версиях сюда зайти, а чанка-то уже прогружена на этой версии. Так, главное здесь не сдохнуть. Это она не такая, какую я хотел именно. Короче, пофиг, какая есть, то такая и есть. А что, зря спрыгнул, что ли? Вон он. Падла, первая падла. Тут падла первая. Падла. Ай! Это хорошо. А, падла. Там падла пятой степени. В смысле? Да А, надо до спавнера добраться. Как мне до спавнера-то там добраться? Спавнера где-то там. Идите нахрен! О, спавнер. Падла, сдохни. Главное сейчас не сдохнуть и не от пиглина, и не... Какой пиглин? От зомбака. Да похер, как я называю. Так, вот это нам пригодится. Кстати, немножечко этого наделаю, чтобы украсить домик свой.
так все. По таким я умею бегать, потому что я и в Эдвард сыграла. Ну ладно, для прощания я тебя убью и этого заберу. Ну я и пошел обратно домой. Блин, а мне еще этих эндерменов убивать, чтобы эндергласс-то получить. А хотя у меня же есть эндержемчик. Я сейчас хорошо сделал. Как раз сделал. О! Фу! О, первый только эндра есть. Кстати, если мы будем... Если мы будем искать портал в этих чанках, то нам просто не будет, да? Надо куда-то далеко прям убегать, чтобы он... Надо... Я знаю, можно прям это, по аду. Паука я убью, мне нити нужны. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Один дом еще плохо достроен. И пока что нету. Так, задание я выполнил. Сейчас будем обновляться до других версий. А пока что я хотел сейчас поспать сходить и потом поубивать эндерменов. Это, наверное, в следующей серии будет. На каком там версии? 1.12.1? Так. Добываем немножечко угля. Кстати, на какой там версии? 1.12.2. Версия 1.12.2 это самая популярная версия. У нее почти большинство модов сделано. Больше всего у меня на нее там школа снимается. Так, уголь нам пригодится. Ой, а хотя ладно. Я хотела же украсить свой дом. Поставлю вот сюда. Вот сюда поставлю. Сюда. Ну, нормально, можно и вот тут так украсить. Можно и этими портал украсить. Так, хоп. Ну, нормально, короче. Ой. Все, ну, можем Ой, блин, а. Ой, а что там у меня текстурпак, там ничего нету. Капец, это уже... Кстати, что у меня с миром? Что-то у меня с ним не так. Как-то что-то. А хотя нет, все на что и было, так и осталось. Я хотел в ту сторону пойти. Так. Бля, а муха. Я хочу до того.
Что-то не так. Я же плаваю! Стоп, стоп, стоп. 1.13. 1.3. А, это уже, это в один водное обновление. Я забыл. Блин, а вот что тут? А, у меня чанки-то прогружены на старой версии. Эти что, тоже по старой версии прогружены? Вы серьезно? Дельфинчики! Так, я просто сейчас захлебнусь. Так, в общем. Ну, можем заканчивать эту серию. С вами был я, Кирилл. Всем спасибо. Всем пока! Всем привет, друзья. С вами я, Кирилл. И это те же версии меняются. Я же решил пойти к Коле дом. Че? Где? Че за место? Ну, вообще тут ничего не поменялось, ну ладно. Ты че, старая версия какая-то? О, водичка. Вроде это один... Верстак. Как я сюда попал? О, мне как блин, раз... Блин, я че здесь один? О, халупка. Мне как раз надо... Какие-то голоса, ладно. Мне, короче, надо добыть немножечко угля, потому что мне его вообще... Мало. Какой-то дом. В прошлой серии мы с вами добыли немножечко. Ладно, этих... может это какая-то старая версия, этих глазов. Где спавнятся всякие халупки, диких аборигенов. Я слышу чьи-то шаги. Да, тихо. Так, я сейчас собираюсь немножечко это... Зайти домой, и нам надо это заспавнить немножечко. Ну, у меня есть эндержемчик, я за кадром добыл. Мы сейчас на версии 1.15. Я за кадром повыживал. И подбывал эндержемчиков. Я за все это время добыл. Слушайте, а хорошая здесь залутальня. Надо залутать. Ничего себе, слушайте. А старые вер... А! Ты кто такой? Падла! Я, стой! Кто? У меня полсердечка! Это я! А, здорово! Я каким лешевым? Я думала, это какой-то данж диких аборигенов по соседству. Подожди, у меня задание. Построить дом другу. Понятно. Это, стоп, мне к тебе стоп, позади... Стоп, ты знаешь, насчет... где ты вообще? Ты да? Там мир... Этот мир, который был на альфа-версиях и бета-версиях. Я возьму тебе еды. Ок. Окей. Вот тут еще броня где-то. Кстати, мы в предыдущей серии еще добыли череп визора скелета. И... Сейчас... Есть тут? А? Уголь. Можно я возьму? И пережарить. Тебе тут еще бронька. Держи броньку. И кирку, и лопату. А, лопата мне нужна. А кирку? А кирка ща тебе дам. Вот тебе лук. А, это моя коллекция. Вот тебе лук и... Вот там. Где? Вот тебе, бляха-муха. Вот тебе лук и... Это. Ну и алмаз один. Угу. А я ща... Огненный порошок. Я тебе ща объясню версии. Подожди, версии. У меня же от этой рубрики версии уже. Мы скоро обновимся до следующей версии 1.16. И это, конечно, самая версия. Так следующая версия 1.15.1. Ну да. Ну после этой версии, после 15 и там дальше будет 1.16.
А, то есть следующая версия это, ну то есть следующая версия ну, после то этой есть одна, будет 1.15. То есть мы должны построить тебе дом, когда мы его построим, мы переместимся на 1.15.1. Воу. А это, так, ладно, ты, же, ты же видел мои видео там, да, по версиям, да. И знаешь, смотри, как мир весь изменился, Майнкрафт, короче, поменялся. Я думал, это просто какое-то жилище диких аборигенов, типа в старых версиях. Нет, в старых версиях были вообще, капец, лесло было. Что с деревьями? У меня вопрос. Ну я говорю. Что с ними произошло? А это потому, что я по версиям прыгаю. А, ок, я его добуду. Кстати, пошли, я тебе еще покажу логику. Пошли за мной. Так, сейчас. Что жрать? Пока что можете поставить лайк Кириллу. И это, кстати, Кирилл, ты знал, кстати, что... Кстати, я только что вспомнил, что у нас есть снапшоты. Дорогие друзья, кстати, хочу вам посоветовать классный канал Кириллка 2. Ссылочка на него в описании. Я поставил там, типа, собака и его название. Так, все. А я посоветую канал F330. Он вообще крутые видосы снимает. За рекламу. Пошли. Я тебе покажу одну нелогичную версию. О, штуку. Крест! Спасайся, кто может! Это... Дикие аборигены. Пошли, я тебе покажу, потому что я прыгаю по версиям, и у меня еще проблемы. Одни есть еще проблемы. Должки какие-то от Моджик. Нет. Я знаю, что кто-то за мной следит. Пошли. Где? Я не вижу. Я на горе. Царь горы, блин. Пошли. Я на шутку. Смотри, посмотри на то море. Какого нафиг хрена? Что? Ну, как сказать, это объяснить можно. Знаешь, вот эти леса, они бывают зимние. И, похоже, произошло так, что этот зимний с переходом версии... Это потому, что я по версиям прыгаю, вот они меняются. Кстати, рыбы. А, в этих... Так, ладно, пошли. В 1.15 ничего не поменялось, в 1.13 тоже ничего. А, плавать. Чё? Плавать. В этой версии, точно же, плавать добавили. Это думаю, что я плаваю. Это... Ладно, я пошла развиваться. Хочешь анекдот? Я когда сказала Богу, чтобы убрать от меня всех врагов. Дорогие друзья, хотите фокус? Сейчас у меня будет классный шмот. Ну никто же не захочет смотреть, как я копаюсь. Это. А? Стоп. Хочешь анекдот? Короче, я сказала Богу, чтобы убрать моих врагов. После этого у меня стали исчезать друзья. Я хочу какать. Хочешь шутку? Хочешь три прикольные шутки? Если будет четвертая, то... Если я вспомню четвертую, то будет четвертая. Так, ладно, копайся, я пошел. Это, строить тебе дом. Так, ты пока что это еще не начинай забить. А, не, можешь снимать. А я и снимал. Короче. Я все это время и снимал. А, короче, идет мужик, хочет, ух, как в туалет. Подходит к этой, идет к туалету в соседний магазин и говорит. Вот, подходит кассирша и говорит, не видишь, туалет платный. Он говорит, ну сколько? Ну смотря сколько у тебя. Если 10, то 10 рублей. Что у меня дома творится, твою мать? 30. Дает ей 100 твою рублей. Твою мать, что у меня дома творится? Он говорит, что? Охо. Ну что, мам, ну правда, что у меня дома-то творится? Откуда тут раз, два, три, четыре, пять? Подожди, раз, два, три, раз, два, три, пять. Пятеро свинозомбаков. Как
Подожди, стой, тогда я огнедот-то расскажу. Ай! Чё? Ну давай. Охо-хо, говорит это. И он говорит, что охо-хо, давай сдачу 90 рублей. Понял прикол? Ты понял прикол или чё? Я ничего не понял, потому что меня эти зомбаки задолбали. Давай заново. Меня тут штук. Всю шутку? Ну. Или то, что я говорил? Ну, давай, говори. Короче, идет чел, хочет очень-очень сильно в туалет. Угу. Подходит к соседнему магазину и говорит такой. Ну, типа, подходит что к туалету, кассирш. Ты слышишь, да? Угу. Говорит. Ну, типа, кассирша говорит, не видишь, туалет платный. Ну и так вот. Дальше он спрашивает, ну сколько? Она говорит, ну смотря у тебя сколько. Если 10, то если у тебя 10, то 10 рублей. Если 20, то 20. Если 30, то 30. Ну он говорит, ну он ей и дает этот. Тут он дает ей 100 рублей. Она говорит, о-хо-хо. А он такой, чё говоришь, чё о-хо-хо? Сдачу 90 рублей давай. Бля, понял? А, нет, не понял ничего. Блин, почему? Я же и умираю. И выхожу из зала, меня эти свинозомби все равно бьют. Это почему? Давай третью шутку. Да? Угу. Короче, один раз как-то вечерком... Три пацана по пустыне. Русский, американец и этот... Немец. Вот, да. Это, а можно ночное видение выдать тебе? То не видно ничего, как... Нет. Всё... А? Это честно, это честное выживание. Ну и так вот. Я бы с радостью, но это подписчики ну, и тут идут, видят шоколадную статую, начинают жадно в нее цепляться. Тут появляется золотой дракон и говорит, кто ел эту статую? Я ее строил тысячелетиями, а вы... А, да, я знаю. Да? Я видел, но я не помню, что там. Что там дальше? Ну, сейчас узнаешь. Ну и так вот. Спрашивает у немца. Спрашивает у американца. Что ты ел? О, выполнил ачивку. Он говорит, что ты ел? Он говорит, руку. Откусывает ему руку. Подходит к немцу, спрашивает. Я голову откусил, там кто-то сказал. Там кто-то сказал, я голову откусил. Да, немец говорит, я откусил ногу. И этот откусывает ногу, настает смертный час русского. Он говорит, дракон спрашивает, ну а ты что ел? Он говорит, допустим, нет. Да ничего я не ел. Он говорит, ну я же вижу, у тебя весь рот в шоколаде. Там что-то про говно или что? Что-то такое. Нет. А он говорит, ну я лишь 20 минут сосал. А, ну да, где-то про что-то. А, короче, отвечай очень быстро на мои коротенькие вопросы. О, второй эндрожемчик. Ну давай. Все, мы бежим. Тут нам навстречу стена. Есть два пути. Один путь, отвечаю очень быстро. Есть бочка с огурцами солеными, есть с молоком. Куда ты прыгнешь? Чтобы пройти дальше. А? С молоком.
Ладно, я прыгаю с огурцами. Идем дальше. Бежим дальше. Опять стена. Что на этот раз выберешь? Или бочка с этим. С водой или бочка с этим. С пивом. Что ты с выберешь пивом на это? А? С пивом. Я прыгаю с водой. Бежим дальше. Опять. Знаешь, почему я пиво выбрал? Бочка с... Потому что я не услышал, что первое было. Вот я и пиво выбрал. Дальше бежим. Видим. Дальше. Опять. Где? Дальше. Бежим. Опять то же самое. Слева бочку с мочой, слева с говной. Куда ты прыгнешь? Не знаю. Отвечай быстро. С мочой. А я пробегу дальше. Я же не говорил, что стена есть. Чё? Ничего. Чё, понял прикол-то? Ага. Так, я за все это время добыл 2 энергемчика. А я железо. Ну, я, оказывается, не на ту глубину опустился и думал, что я копаю алмазы. Найду где-то алмазы. Копаешь так 2 часа. Так весь Майнкрафт. Майнкрафт уже целых 30 лет. А ты знаешь, тем временем вышла уже версия 1,000,000. Тем временем я. Ой! Точно! Не на той высоте! Боже, темно, как в 5-й точке у Крипера. Присядь, чё, шутку еще раз сказать? Ничего. Чё, тебе еще шутку рассказать? Ну, какую-нибудь расскажи. Сейчас вспомни. Колобок повесился. Странно, чего мне так смешно? Повелся на маршрут? Я не знаю, почему мне смешно под эту шутку. Я самый... Вот Кирилл может подтвердить, что я самый долбанутый в классе. Почему? Потерять нельзя. Не, ну можешь один раз материться, я зацензурю. А у меня-то родители дома. А, ну ладно. Ну, короче. А, сидят немцы с русским. Не, а почему ты долбанутый-то в классе? Едит хлеб с вареньем. Американец подходит. Вот вы едите варенье. Как вам, вкусно? Ну, этот, русский отвечает, ну вкусно, а что тебе? Сейчас я... просто так в спектр нельзя перейти? Нет, только выживание все. Я отлететь просто хотел. Ну, не знаю. Короче, он говорит, а знаешь, что мы делаем после... Что? Я луком фаербол отбил. Отбил луком фаербол стрелой. И также убил Гаста. Иди, стой! Не, ну я там могу пока повыживать, то ты иди мойся. Я когда домоюсь, там уже вся серия дойдет к концу. Нет, я где-то час буду снимать. Это потому что мне надо и добыть, и эндержемчиков, и тебе дом построить. Потом вылезешь. Ну, короче, этот американец надувает жвачку, он там дальше... Знаешь, что мы зря
учебными носками делаем. А русский отвечает, ну нет. Он говорит, варенье из них делать. Ну так разные эти. Русского достала и говорит, а вот что, ну русский говорит, а что вы делаете с презервативами? А, да, я знаю. Выбрасываем. А подожди, мы русские делаем из них жвачки. И продаем их в России. Да не в России, а в Америке. Стрелы, падла, закончилось. Что за пиво? Стрелы закончились. Иди, поставь пиво на паузу, если хочешь сказать. Сейчас. А? Сейчас, подожди. Блядь. Поставь. Ну, так. Так, сейчас я собирался тут немножечко дерева добыть, чтобы перед дом построить. Но просто я не хочу, я решил, что... Сам я бы очень хотел. Если я построю дом и перемещусь на версию, я могу переместиться на версию. Ну-ка. А если я обратно? Ну что-то приходит прям. Твою мать. Твою мать! Ладно. Попытался я зайти на Леонин канал, чтобы вести его. Но не судьба, кажется. Потому что ебаные часы. Зажимал.
Да я не думаю, там же у меня агрессивный лучший висер. Ну и сердцу, и с нанесениями. Да я не знал. Что ухнение, отмеряем. Я не знаю, что моя бабушка мне пишет дырку. Ощущение. Внимание. Пойди, да? Не все, не хотят.